Привет, ребята. Сегодня будет у нас билд по советам из комментариев, но я объединил два совета. Объясняю. Берем аспект Немезиды. Потом берем Артемиду на особый удар и Афродиту на основной. И что у нас получится? У нас появляется шанс на дуо. Да? Сейчас покажу, какое дуо у нас. Дуо. Так, вот. Эффекты с критическим уроном наносят еще больше урона ослабленным врагам. На основной атаке у нас будет Афродита. То есть на врагах постоянно будет дебаф висеть. И акрит будем получать с особого удара. И получается синергия неплохая. Но это, как обычно, если повезет. Так. Сразу возьму артемидку. Погнали. Так, молоточек. Особый удар заставляет тебя сделать выпад. Это очень неудобно, я бы сказал. Атака носит 200 урона в спину. Может взять проклятый разрез? Попробовать. Да. Хаос. Так, у нас мало хп. Значит, у хаоса нам что нужно правильно? ХП. Так. Бросок плюс урон. Рерол. Урон в спину можно взять. Ну да. Почему нет? Кстати, с этим молоточком я еще ни разу не проходил Аида, потому что, как по мне, это больше как недостаток, то, что у тебя на 60% меньше хп. Получается, нам сейчас нужно выбить еще с Гермеса скорость атаки, по-хорошему. Так, артемидка. С Гермеса скорость атаки. С молоточка есть такой дар. Обычная атака становится, ну, начинает бить слишком часто. Вот. Его бы еще можно было бы взять. Так, так, хватит. Что-то я откисаю. Артемидка, дай особы. Отлично. Еще и легендарная. Ой, легендарный эпический. Еще артемида. Эрибус. Можно... Алло. Надо похилиться. Опа. И уже половина хп есть. И уже фул. Неплохо. Неплохо. Так, атака нам не нужна. После нанесения... Вот это, кстати, классно. Потому что мы бьем особой. Метка может упасть на врага. И с обычной атаки, на которой будет Афродита, будет увеличен шанс крита. Так, монеточка. Магазин нам не нужен. Потому что у нас нету денег. Мне нравится этот вообще аспект тем, что ты мобильный. Ты, в принципе, чувствуешь себя комфортно, передвигаясь по карте. Так, особый плюс урон. Шанс крита, крит урона по метке. Давай. Особый прокачаем. Арес. С Ареса можно, можно. Что-то можно. Увеличить урон. Основной особой броска. Неплохо, да? Неплохой урон. Мне нравится. Так. Зов, атака, бросок.
Я бы, наверное, взял или рерол для того, чтобы выпало что получше, или взять помощь Ресса для того, чтобы ее потом продать, но я паролю. Во, кстати, атака, особый удар и бросок наносит больше урона, то, что я и хотел. Неплохо. Получается неплохо. Нравится то, что особая атака сразу, ну, атакует. Очень удобно. После рывка сразу. Во время рывка даже происходит атака. По ощущениям. Так, что там у нас? Рерол? Да? Но у нас всего лишь 40 хп. Нужно хпшки где-то достать. Которые нам, кстати, не дают. Вообще. Так. Что улучшить? Особый или весь урон? Я думаю, весь урон лучше улучшить. Опа. Блин, ну такой выбор, конечно. ХП и два дара. Но тут я возьму два дара. Так. Болевые точки нужно взять для того, чтобы потом Support Fire появился. Поддержка огнем. Так. Ну, такое себе. Ну, возьму кровавое буйство. Просто я уже представляю, как я бьюсь с Аидом. Я там по-любому умру. Так что. Это неплохо. Деньги. С битвы или просто сразу деньги? Конечно, сразу деньги. Так. Хорошо. Магазин. Я так понимаю, это последняя комната перед боссом. Гермес. С Гермеса нужна скорость атаки. Неплохо. Мне уже нравится. Рейди Электа. Игнорим? Нет, лучше не игнорить. То я сейчас откинусь. Так. Жизнь терять не хочется. Похилимся тут немножко где-нибудь. Ау. Я сказал, не хочу жизнь терять. Есть контакт. Ну, жесткий косяк, то, что мне еще 40 хп. Вообще жестко. Нужно хотя бы соточку. Желательно больше. Так. Афиночку берем.
Так. На продажу мне ничего нет. Хаоса нет. Мне 4 рерола, кстати. Что довольно-таки неплохо. Но хп 42. Это мало, очень мало. Нужно собирать хп. Блин, ну тут вот... А скорость атаки я взял с Гермеса. Что мне еще нужно с него? Ну... В принципе, у него все годные дары. Пойдем. После рывка восстановления хп. Неплохо зайдет. Просто одна тычка — это процентов 15 моего хп. Вражеская тычка. И это жестко. Гермесыч. Три рывка. Ну да, давай возьмем. ХП, отлично. Ну, как обычно, на рывок мы возьмем Афродиту. Ой, Афину, Афродиту. Постоянно путаю. Так. 52 хп. Ну ничего себе. Хп магазин. Да, надо хп брать. Нужно собирать все хп. Ну почти все. Что-то Афродита не вылазит. Удивительно. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. 62 хп. Тут у нас что? 44 золота за жизнь. Отлично. Так, где его нам не нужен? Афродита, улучшение. Афродиту. Нужно урон своей основной атаки поднять. Что-то долго я тебя бью, товарищ. Тебе не кажется? Ну? Так, основную дай. Угу. Отлично. Эпическая. Сейчас завезло. Рыбалка. Больше кого? Слэмдэнсеров? Это же кто такие слэмдэнсеры? Стой! Да стой! Да ты надоел. Теперь наша задача — словить дуо. Все, что нужно для билда, мы уже нашли. Так, деньги, грейпфрут. Да я, наверное, грейпфрут возьму. Гранат, то есть, грейпфрут. Денег 300 у меня, более-менее. О, хп, отлично. Танатос, дружище.
Это очень хорошо. Мне кажется, Танатос никого не сможет. А, уже убил двоих? Ну ничего себе ты шустрый. Я думал, вообще никого не успеешь убить. Троих? Четверых? Так. Атаку. Уже 120%. Обманщики. Было написано 25 хп, не 10. Так, грейпфрут. Грейпфрут гранат. И магаз. Ну, лучше в магаз зайти. Я 330 золота. Могу подцепить какой-нибудь дар. Интересно. Посейдон, слушай. Слушай. Ну возьмем. Cheers, mate. Ладно. И хп. 82 хп. Отлично. О, золотой кувшин сразу меня встречает. Ой. Ой, быстро ты закончилась. Ой. Приятно так играть, да? Пришел с неполным хп, а уйдешь с полным на боссе. Но читерная гидра. Пол хп. Неплохо. Так, а кто нам нужен? Афина? Конечно же Афина, как-то без нее. А, правильно, Посейдона я правильно брал, мне с него зов нужен. Мне понравился его зов. Так, на продажу. Ничего нет. Так, Афиночка, все, отлично. Я думаю, Посейдон еще появится. Я его в магазине купил. Я его как бы немножко привязал к себе. Как бы увеличил шанс его появления. Так, что тут у нас? ХП. И у меня уже будет 92. Отлично. Ах ты гадость. Так, еще хп. Беру. Беру по-любому. Вот урон, в принципе, средний. Я бы не сказал, что его много. Он средний. Так, Афина. Редкость следующего удара будет увеличена. Ну,
Мне это не нужно, потому что я хочу взять рывок, а редкость рывка мне не важна. Мне главное, чтобы был эффект отражения. Так. Рерол есть, если что. Бросок, зов. Отлично. Рывок есть. А, я не смогу спуститься, тут 15 нужно хита. Арес или Магас? Магас, потому что там есть ХП. Отлично. Слушай, до. Ладно. Дуо. Крит урон увеличен. Брать? Или шанс еще, или еще переролить? Но мне кажется, лучше брать. Лучше это, чем ничего. Так, шанс крита. Вок. Вот это паролить нужно, это говно. ХП, кстати, не упало. О, вот, хорошо. Афина, Посейдон, молоточек. Блин, вот понимаете, что с Афины сейчас можно получить дуо. И еще есть дар, который увеличивает урон по ослабленным целям. Но с молоточка была, ну, есть такой дар, который увеличивает скорость атаки. Мне кажется, все-таки лучше Афина. Так, против кого лучше биться? В принципе, у них атаки одинаковые. Но атаку Афины проще заметить. Так. Перероль? А, нет. Его я ролить не буду, я переролю лучше Афину. Афродиту. Какую Афину? Афродита. Ау. Ау. Ненавижу. Надо хилиться. Нет. Ох уж эти сердечки. Нет. Держим кулачки. До? Нет. Любое вознаграждение в залах со здоровьем становится более ценными. Ну блин. Там будет разница вроде... 3 или в 4 хп, но это хорошо. Так, молоточек или Афина? Но здесь я уже возьму молоточек. А чё ты стоишь тут? Ты в угол поставили? Так. Куда летишь? Куда вы полетели, ребята? Молоточек. Блин, ну, у нас сегодня билд не через золото.
Вот, удерживать атаку, чтобы быстро наносить удар с базовым уроном 25 единиц за удар. Давай возьмем. Нормально, да? Нормально. Нормально. Так. Что продавать не буду? ХП Афродита. Пойду к Афродите. У меня хоть все собрано, правильно? А то вдруг у меня нету шанса на... Да, все есть. Почему-то она не это... Не дает. Ну-ка. Ну-ка. Пошел дамаг. Смотри, как разваливаю. Плюс за каждый удар у меня плюс 2 хп идет. Вообще жесть. Вот это нормальный билдец. Я так скажу. Ну, пожалуйста. Ну, давай это возьмем. Но, в принципе, уже неплохо. Так, что? Лучше гранат взять. ХП у меня все, жизни. Тихо. Как я люблю вас, котики. Тихо. Погнал. Дамажить. Оп. Это мне нравится. Просто зажал кнопку и все. Так. Крит урон увеличен. Афина. Или Магас. Магас. Чё хп не даете, ребята? Ну, давай Ареса возьмем. Так. Ну, вот это можно взять. Так. Ребята, сейчас мы на вас будем чокать урон. Ой. А, так можно, короче, расслабиться. Во, просто стоять и, зажать кнопку. Блин, ну это имба. Это все, это уже... Точно имба. Мне даже уклоняться не нужно. Поэтому имба. Я просто стою. Просто стою. И все. Все. Минус один. Блин, ну, это просто жесть. Делаю рывок и с зажатой кнопкой атаки. Все, что я делаю. Выбираю направление. Ой. Да, вообще не страшно. Ты даже получаешь урон, когда меня атакуешь, а я с фулл хп остаюсь. Прикольно. Я не ожидал, что такое получится. Но я не сожалею. Так. Ну, возьмем ножичек. Сломанный наконечник. Так. Что тут у нас было? Ничего интересного. Готово. Рили готово. Так. Золото. Так. Отлично, Артемида есть.
Отсюда мне, в принципе, нужно ХП, наверное, и Посейдон. Но у меня единственный шанс на легенда, на дуодар. Если он выпадет, он бустанет меня по урону неплохо. Вроде бы цифры урона небольшие, но скорость атаки просто поражает. Ну а что вы хотели? Гермес 30 скорость атаки, молоточек и все. Ой-ой-ой-ой-ой, аж чихнул хорошо. Спасибо. Мини-босс. Здесь был мини-босс какой-то? Че, меня отравили? Незаметно вообще. Вообще незаметно. Место рыбалки. О да, как это круто. Зов. Нет, зов сильный, кстати. 7 секунд я буду как на скейте кататься и наносить урон. Так, Артемида, 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 Артемида. Идеал. Это идеальный билд, который можно сделать, наверное, в этом плане. Ну, именно такой. Это просто офигенно. Так, чё, хпшечку? Не, граната. Не, не идеальный. Вообще, типа, есть дар у Афродиты, который увеличивает урон по ослабленным врагам, но мне чё-то он не падал. Так. Я отравлен? Незаметно. А если я буду игнорить на Аиде вообще все атаки и просто его атаковать? Я думаю, он меня не пробьет. Но мы проверим. Я думаю, урон неплохой, да? И выживаемость офигенная. Где враг? И сюда, солнышко. Так. Процентов к урону или 5% крит урона, думаю, урону к обычному. Так, что еще? Да я в принципе пройду все комнаты, мне париться не, я не парюсь за хп, потому что я просто возьму и отхилюсь. Реально пройду все комнаты, соберу все, что мне нужно. Так, бам 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 пам 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 пам. Ничего нету. No way. No way. Так. Золото. Так, это последняя комната, я так понимаю. Что-то какой-то коридор длинный получился. А мне кажется. Не, последнее. Так, золото. Мы и так фул хп. Так. Я хочу улучшиться до максимума. О, крит урон. На, берем. Метка или так, а длительность не увеличится, но не 300-400 урона. Хотя нет, я буду постоянно получать урон, пускай будет проклятие возмездия улучшено. Так, пошли, везде пройдемся.
Время хватает у нас. 9 минут. Ой. Прилетело мне. Ой. Может, еще и на Афину насобираем? Вообще. Когда вот так завозит, очень приятно, конечно. Не ожидал, не ожидал. Вот этот билд, кстати, можно попробовать и на этот аспект Артура, чтобы получить максимальные цифры по урону. Ну, плюс взять молоточек с этим. С уроном от золота. Как это вообще реализуемо? Фродиту на основную атаку. Потом тоже крит на особую. Метку от крита. И любой урон может быть критическим. И все. И у тебя атака обычная без крита может стать критической. Плюс в спину. Если, короче, в идеале, если все карты сложатся, то получится крит в спину с атаки Афродиты, которая, получается, увеличена от дара урон, ну, который дар дает увеличение урона по ослабленным целям и все остальное. И плюс вот боевая ярость. Да? Почему нет? Хотя... Боевая ярость мне особо и не поднимет урон, потому что я ну, у меня атака не скорострельная. Быстрая атака. Так что эффект гибели носит больше урона, но активируется в 0,5 секунд позже. Это неплохо, потому что когда я получаю урон, у меня... Я вешаю дебаф на врагов. Короче, это получше будет. Пэшечки возьмем. Вот на Афродиту я не насобираю, скорее всего. Там было 1000 урона вроде, если мне не показалось. И это, скорее всего, было с кинжала гибели. Так. Редко следующая дора будет улучшена. Ну да, ну да. Есть еще билдец такой интересный, чисто через меч, через особый удар. С молоточка есть дар, который дает возможность с особой атаки проводить два удара одновременно. Ну, сразу. У тебя получается двойной удар особый. Ну-ка, посмотрим, как быстро мы тебя сбреем. Не быстро, я бы сказал. Ой, я сейчас умру. Надо регениться. Что-то я, конечно, прифигел. Пути. Здорово, батя. It's kind of nice out here. Так. Кам? Окей. Вообще пофиг. Батяня. Ой, а что это? У меня фулл хп получается, что ли? Батя, ты посмотри. Ой. Ой, а что это такое? Ой. Мне тебя жалко, бать.
Ой-ой-ой. У меня уже ульта зарядилась, а у меня фул хп. Нормально, чё. Но это имба. Это имба. Ой, урона много, да? Было. По мне, наверное. Плюс сломанный наконечник мне очень помогает. Вообще, АФК билд. Зажал кнопку и все. Ну вообще нечестно. Нечестно по отношению к бате. Батя, я понимаю. Что это несправедливо. Ну что поделаешь, жизнь такова. О, а можно в центр стать и дамажить его? Ой, ой, бать, больно, больно. Больно. Ой. Ой. Ну-ка, подрублю-ка я ульту. Опа. Опа, опа, опа. Во, время закончилось. Ульта. Для бати вовремя. Хилимся. Фул хп получается. Надо задоджить это. В принципе, можно было попробовать в центр стать без получения урона. Дамажить его. Вот я, наверное, зря Посейдона подрубил. Ну ладно. Просто он сейчас в следующую фазу будет переходить, да? Ой, батянь, 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 батянь. Игнор полный? Полный игнор. Просто несправедливо. О, опять усиленный зов. Ну давай, Посейдоном тебя и завалим. Не ожидал, конечно, не ожидал, что такое получится, но... Неплохо, да? И, кстати, вот вы посоветовали в комментариях, вот человечек один посоветовал взять мне вот этот аспект, да, там, через... Но он посоветовал для билда золото урон, да, и взять кандалы и без основной атаки, то есть без дара на основную атаку пойти, короче. Но я такой подумал, ну, посоветовали потом еще в комментариях про дуо дар с этого, с увеличенного крит урона по ослабленным целям. Я объединил два этих совета, и получилось вот это. Но я не думал, что еще упадет с молоточка от хил урон. Ну, отхил атака. И скорость атаки с Гермеса. И еще скорость атаки с молоточка. То есть это в идеале. Это просто... Можно любые дары уже брать, в принципе, да? И уже сильно будет. Потому что дары с молоточка сильные были. Из Гермеса. Так что вот так. Спасибо, ребята, за просмотр, за комментарии, за лайки. Удачки вам и пока.